мальчика, заказанных с американских сайтов и доставленных в Россию в июле 2020 года mail-forwardом Light & Move. Брала упаковку тарифа эконом, потому что все, в принципе, не хрупкое сюда ехало. Посмотрим сейчас, как сюда ехал. Первый товар – это тарелка для деток, для первых, ну, чтобы научиться кушать. Значит, чехол Питака для 11-го iPhone Pro. Это у мужа. Чехол Питака для iPhone Pro Max. Брала в категории открытый кейс, ничем не отличается от новых, но немножечко дешевле. Точно такая же вторая няшная тарелка для малыша, чтобы было запасное. Теперь детские вещи, заказанные с сайта gap.com. Все идет в возрастной категории 18-24 месяца. Вещи не маломерят. Отличное качество. Вот такая классная толстовка для малышни. Малышня, но уже начинают появляться какие-то взрослые такие, так скажем, вещи. Очень мягкая, очень приятная на ощупь. Толстенькая. На подкладе. 77% хлопка, 23% полиэстера и 80% еще чего-то. Детская рубашка боди с мимишной мишкой. Очень приятная, качественная ткань. Все хлопок, все натуральное. Качественные швы, резиночки. Отличная рубашка. Мальчишеские шортики с динозаврами. Динозавры сделаны. Очень качественно. Брючки цвета хаки. Детская ветровка на приятной трикотажной подкладке. Все очень аккуратно, качественно, на уровне. Да, молодцы, шьют отличные вещи. Ну и набор детских трикотажных пижамок. Очень приятные. Это разные сеты, но я взяла как их как набор. То есть они перекликаются. Здесь полосочка, облачка и облачка. Всем спасибо, все пока.